Запрет снят. В связи с изменившейся погодой, снижением температуры и выпадением обильных осадков, в Лидском районе установлен первый класс пожарной опасности. По этой причине введенный на прошлой неделе запрет на посещение лесов снят. И это хорошая новость, ведь так хочется провести в лесу хоть несколько часов. Сейчас такая возможность есть. Наслаждайтесь летней природой, ведь она заставляет забыть о работе и проблемах. До свидания.